днем рождения, Катю! Спасибо! В семье заместителя главного врача клинической больницы 51 отмечают важный праздник. Старшей дочери Сергея Шаранова Екатерине исполнилось 19 лет. Родители устроили ей сюрприз и предложили Кате прямо на улице загадать 19 желаний. Девушка решила поделиться этим подарком с родными, поэтому пожелания на бумажках смогли написать все члены семьи. Выходные – время, когда семья может собраться вместе, ведь в остальные дни каждый занят своим делом. Сергей на работе в больнице, супруга Юлия тоже. Она продюсер, корреспондент и ведущая новостей. К тому же многодетным родителям приходится уезжать на сдачу сессии, ведь они получают по третьему высшему образованию. Постоянно занятые дети, все успешно учатся, занимаются бальными танцами, посещают художественную школу. 14-летний Максим увлекся компьютерным моделированием, а Катя выбрала учебу в СФУ по специальности экономическая безопасность. Несмотря на плотный график, семья каждые выходные выезжает на природу. Дети катаются на плюшках или просто весело проводят время. Где Саша, с другой стороны, Часто в этой семье катаются и на горных лыжах, снегоходе и даже отправляются в походы. Детям не бывает скучно друг с другом. Старшие сейчас с удовольствием помогают родителям воспитывать 4-летних двойняшек – Диму и Сашу. Их, кстати, в семье ждали долго. И то, что они вдвоем появились на свет, говорит мама, это чудо, которое произошло в одном из храмов на Кипре. Там был волшебный камень. Как оказалось, нам про него рассказали, что вот женщины в древности, когда хотели ребенка, натирали этот камень оливковым маслом, прикладывались животом и грудью, и Афродита давала возможность стать мамой. Когда разошлась вся экскурсия, я подошла к этому камню, у меня, конечно, не было оливкового масла, но я его потрогала и прислонилась. С одной стороны прислонилась, и с другой стороны прислонилась. И ко мне подошел настоятель, наверное, что ли, этого храма. И он подозвал переводчика и спросил, зачем ты 2 раза прислонилась к этому камню? Он сказал, ну, чтобы наверняка. И он мне сказал, вот, 2 будет? Я говорю, да ладно, 2, ну как так? Он такой, Афродита не обманывает. Ежегодный совместный отдых, празднование Нового года под открытым воздухом – все это традиции, которыми в этой семье очень дорожат. Но есть и другие правила, которые помогают вопросу воспитания. Например, семейные чтения вслух и семейный совет. Семья – это все равно коллектив, да, так или иначе какие-то, может быть, бывают и споры, да, может быть, там эмоциональные обиды. Но мне кажется, это крайне простой, то есть надо разговаривать. То есть если видишь, что с твоим там близким человеком что-то не так, начать поговорить. Ну, не можешь поговорить там с семьей. У нас, например, практика семейных советов. Ну, если мы сильно не устаем, там бывает, конечно, когда мы просочковываем, но в целом, когда мы все вместе собираемся, достаточно часто это бывает, мы каждый вечер собираемся и часа по 1,5-2 уже спать охота, обсуждаем, там, чтобы, ну, лето, в основном, когда, конечно, каникулы, что было хорошее, что плохое, что понравилось, что не понравилось. Ну, детям нравится, когда начинают там что-нибудь орать, дай мне то, дай мне, ты говоришь, для того, чтобы в этой жизни что-то случилось, надо попу оторвать от дивана, там, пошевелить попой. То есть они это меня знают, они это делают, ну, собственно, мы с женой по этому принципу и живем. Ну, надо лениться, надо все время двигаться. И жизнь должна быть интересной. Родители никогда не ссорятся при детях, а также придерживаются такого правила. Если один из них указал ребенку на ошибки или наказал за какой-нибудь проступок, второй обязательно должен компенсировать это проявлением любви. Все, чему учат родители, дети осваивают легко и потом применяют это на практике. Папа научил меня оставаться собой и всегда идти к тому, что я хочу. Выявлять в своей жизни главное. Он никогда не говорил, ты должна учиться, ты должна делать. Он всегда говорил, сделай свой выбор. Хочешь там чего-то добиться в жизни, иди учись. А если тебе это всего не надо, ну иди пляши, иди там, ну хоть что делай. Он говорит, выбери сама выбор, ну сделай свой выбор, а я уже тебя поддержу. Железногорск, по словам Сергея Шаранова, самое лучшее место в крае для жизни. И уезжать дружная семья никуда не собирается. Разве что может переехать поближе к природе, в частный дом, который сейчас строится.